действительно думаете, что игра в краба еще не существует? Тогда что вы скажете на это? Ну, ладно, всем привет, дорогие подписчики, с вами снова Смёлп. И сегодня поиграем в краб гейм. Что это, я не знаю. Спасибо за 200 подписчиков, подписывайтесь дальше. Давайте начнем. Нет, не сюда, значит сюда. Значит, нужно искать сервера, где написано лобби, потому что... Так намного удобнее. Плюс я не буду включать звук, потому что люди говорят дичь всякую. Тут есть voice chat. Хотите, скачайте сами. Она бесплатная в Steam. Пишите Crab Game. Значит, первая карта Tiny Town. Почему-то... Что с сенсой, как всегда? Я не понимаю. Короче, нужно сделать вот так. Оп. Блин. Ё-моё. Но тут очень мало челиков. Я зашел в маленький режим. Ох ты. Собака. Ну все, мне хана, походу. Блин, не хочется вылететь в первой игре, конечно. Какой скотикс ты, блин? Какой ютет? Ты что, серьезно? Не модно так. Ну классно, все, в первой игре вылетел. Кстати, вот как выглядит главное меню. Вот, смотрите, кнопочку нажимаем. Вот, я авторизуюсь. Еще можно. На кроватках тут сбивать других. Сейчас покажу, если кто-то подойдет. Видите, потрясывание экрана. Вот это я типа бью. Правда, жалко, руку не видно, но... Могу так кого-то сбить. Ой, блин. Ну, ко мне не идут, значит, я иду. Рензо, ты давай-ка. На. Все, видели? Опа. Может показаться, что они сами упали? Нет. Это я их спихнул. Пипец, я жесткая. Пункинфилд. Ну, в общем, карта какая-то выбралась. И теперь... Теперь нам предстоит выбежать здесь, и убийца нас не должен. А убийца это вот этот красный челик. Потому что он красный. Ё-моё, а чё так можно было, что ли? Все, ну сюда вряд ли кто заберется, я не думаю. Ай. Это читерская позиция, увидели? Он, во-первых, сюда запрыгнул, не смог сюда. Потом он здесь обошел, здесь нельзя залезть. Но это не знаю. Надо быть как я. Сейчас этого челика прижмут, походу. Ну так-то интересная игра. Если найти читерскую позицию, как эту. И кто не отменял? Кстати, что тут с этим? Ладно, не важно. Тише вы тут давайте, аккуратнее, а то мне страшно становится. Сейчас кто-нибудь запрыгнет. Один импостер на всех, ну давай, размножайся. Ну, в принципе, легко, время вышло. По нулям там. 11 плееров осталось. Нам нужно сейчас, наверное, убежать куда-нибудь и побыстрее желательно, да. Ну, конечно же, бомбу мне дал. Да, нужно же мне бомбу дать. Да блин, а ну... Класс. Эта игра меня уже бесит. О, что... Блин. Первая игра. Какой-то лед непонятный. Какой-то непонятный лед. Ага. Блин, это как этот? Типа стеклянного лабиринта. Ну да, ты понял. Ты понял. А, так, ладно. Но я не хочу первым быть. Пусть там идут другие. Так, так. Ну, я запоминаю, осталось там две или три. Ага. Но тут еще минус в том, что ты скользишь. Видите?
Я даже тут скажу. Там-то еще, наверное, хуже. Так, давай, ну, иди. Бро. Иди. Блин, времени мало. Ну ты зачем? Ну вот это подло. Это очень подло. Суп. Она либо ван, либо его. Ладно, давайте досмотрим эту игру. Они сейчас все проиграют, естественно, потому что осталось 3 секунды. Да, все проиграют. Поэтому новая игра сейчас начнется. Вот правильно в чате писали то, что карма. Вот такая карта. Игроки будут в тимах. А, да, я знаю, что это. Короче, нужно либо здесь, либо сразу в конец. Я кто? Я синий. Он тоже синий. И вот так нужно, потому что тогда очень большой шанс хорошо залутать. Потому что, ну, лут это хорошо. Оп. То есть вот так вот делаем. Идем и вот так вот делаем. Вот так вот. Опа. Мы пока что выигрываем. Но походу, либо розовых вообще нету, либо, да, розовых нет. Игроков слишком мало. Кстати, сейчас 38. И вроде мы лидируем. У нас 70 очков, поэтому сейчас нормально. Но главное, чтобы не расслабились наши. То это к хорошему не приведет. Взорвали, судя по всему, я не знаю, у кого, хотя удивительно, что не нас. Лучше туда прыгнуть сразу. Оп. И присесть. Блин, стрёмно. Тут надо, чтобы никто тебя не спихнул. И плюс еще нужно смотреть, чтобы блоки не сломались. Блин, что делать? Ну, пока что ничего не делать, потому что все замечательно идет. Блин, мне везет. Я вот уже... Иди. Ты что? Да, чел, ты серьезно? Ну, уже не интересно. Новая игра. Меня уже бесят люди. Так, я пошел по второму уровню. Прямо за зеленым. Ну, как будто бы нашего цвета много. Фуф, мы выиграли. Зеленых походу порвало. Разрывная, юмориш. Красного нету еще. Какого фига? Фух, это безопасный бокс. Ё-моё! Держи. Про, держи, бесплатно отдаю. Это было... Это что было? Что было? Фу. Бесплатно ему даю подарочек. Они еще не успели приехать, я ему уже подарочек подсунул и убежал. Ну ты серьезно. Собака ты. Кто меня спихнул? Зачем? Смотрите, оп, я его тоже. Но это не тот челик, но я его попробую спихнуть. Опа, все. Десять человек осталось. О нет, это что? То самое.
Так, ну вот это, кстати, новое, я такого еще не видел. Нифига не видно. О, я вижу только брызги крови. Я вижу брызги крови там. Ну, о, одного убили все-таки. Но! Но! Нет! Почему у меня вдвоем? Вот что это было, я думаю, кто там, блин, бьет палкой снизу. Француз гребаный. На этом все, подписчики, уважаемые мои. Вот так вот было прикольно. Но, к сожалению, я до конца не дошел. Но один раз я все-таки дошел до конца, и там мне дали деньги. В принципе, просто копилку показали. Ничего интересного. Все. Всем пока, игра бесплатная, скачивайте, не знаю. Всем пока.